нет. Льется. А? Бенз льется. Вот это место, до которого, блядь, вот дальше еще никто, блядь, не заехал. Вот это березка и все, тут начинается трэш. Мотоциклами там надо поработать. Вот это ты молодец. Приехали минские эндуристы, Вадимка, мастер. Фу, бля. Потом Шуньков Саша, еще трое-двое. Воду надо выше залазить, что мне так подсказывает моя чуйка. Думаю, здесь будет самое нормальное. О-о-о, молодец! Более-менее, да? Вообще круто! Размор! Ну, я же говорил, сейчас 2Т, минский. Ой, ой, ой. Опа. Клёво, клёво. Эндуро-мастер Шуньков. Он бы заехал. Он ехал по этому ручейку, не по кочкам. И он бы заехал. Но здесь, соответственно, этот обрыв. То есть там надо брать... как-то в ту сторону левее, но я думаю, они заедут. Сейчас она распечатается. Там человек ищет путь по прямой, чтобы. Но по прямой там очень много ям. Какие красивые листья. Листья красивые. Офигенно. Вадим мастер. Эндуро мастер, точнее. Посмотрим. Ня. Может. Опа. Ой, 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 ой. Красиво. Опять сюда. Кто первый заедет, тому самогонка. Вадим мастер. Точнее, эндуро мастер. Эффектно должен быть, эффектно. Была выключена, кстати. Я заснял. Димон Вилейский, эндуро. Опа, красиво. Пока что минчане лидируют в особенно двухтактник. И в принципе, если бы не этот обрыв, он бы спокойно заехал. Но в том-то и суть, что здесь обрыв. Заехал! Все, вся самогонка тебе. Да,
Ой, бля, пиздец. Надо же уметь катапультироваться раньше времени. Что ж ты Красава, вообще четко. Вадимка самый красивый заехал пока что. Вообще. Вообще огонь. По прямой. Вообще без четко. Что-то кипит у тебя, льется. Все нормально. Нормально. Опа, опа. Красиво. Он боится, куры прыгает сразу. Нет, ты так не пробуй. Без скорости не стоит. А то действительно закончится это просто курой. Не, он там где-то зацеп теряет очень сильно. А ты на какой едешь? На второй? Наверное, может еще и на второй едет. Да. На второй, что ли? На второй едешь? Не, не зайдешь. Едь на третий, блядь. У тебя колеса похолостые. Ай-я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 й. Не знаю, воткнулось у меня трещи или нет. Ну надо ему прогреться, и мне тоже. Димон! Хуяся. Не хватало. А? Они едут вообще просто. Сглазили. Колхозники сглазили. Я пригласил, чтобы раскатали. Это да, это мы тебе сделали. Но. Иди домой. Домой иди. Я понял, где ошибка. Молодец, молодец. Я могу и там встать. У меня хода просто, блядь, зашибло. Привет. Привет. Ох, хорошо без разминочки. Паша, концентрируйся на разгоне. Да. На входе. Остальное все параш. Кстати, не обязательно сюда. Ой, я сюда сейчас уезжал. Смотри, что будет. Что, трещит? О, блядь. Я бы тебе его скинул, в принципе. Или сам справишься. Что у нас куст? И там он, блядь, потерял свои ноги. То есть, и так и не нашел, блядь, подножки. А там получается размытая и размытая канавы, а в конце такая ступень, блядь, и дорога. Он так без тормозов. И знаешь, сидит, а в конце такой расслабон словил. Он сидит с таким, блядь, лицом, вот так вот, блядь, в пике, блядь, на эту дорогу. Дрезь, блядь, по горбу мотиком, на. В общем, так дало, что выбило ему бедренную кость из сустава. Хуяся. И вот.
Вот сколько я ему не объясняю, он пофиг. Вот сколько тебе говорю, блядь, не сиди на руле. Ты видел, как я еду вначале? Во, блядь, назад оттягиваю. Дима, ты просто, блядь, смертник. Утекай! Красава, красава, да. А мог еще посопротивляться. Вот туда дойдешь до этого, до обрыва. Что там? Колодки. Десятка, потому что. А что-то было? Через руль полетел, торкнул. Есть. Что? Принтец. Можно 4 сезона проводить, да? Закапывайте сразу. Это две ступени и все, и там прямик. Ага. Хоббитов это вообще, блядь. Конечно. Тут надо накататься, будем треникаться. Ну вот там мусор чуть-чуть, берите, я троху разгреб. Ну. Там был завал похуже, но пружины всякие, проволоки. Если будете активно катать, особенно на камерах, приберите. Ваш, я так смотрю, контрольный первый подъем не осилили, да? Тут такой хороший отсеиватель. Кто не пролез на первый подъем, может дальше не ехать. Вот тут нужна вот эта двухтактная херня. Ну? Да, блядь! Хватает мне этого именно на старте. Пошел, запрыгай. Сейчас можно сюда запрыгать.
Ага. Вообще нет сцепления, понимаешь? Жора, ты смог. Там, где оно начинается, я не могу пальцем нажать, где оно работает. А дальше его нету, блядь. Такое мягкое, что да могу нет, он так настроил на свои пальцы. А-а-а. Там, где оно работает, мои пальцы там остаются, считается! Считается! Если еще сам поднимешь, вообще, вот что-то... И раз! Все! Это победа! Раньше времени, да, ушел? Да! Быстрый спуск. Я только на жопе так могу. Короче, сейчас веду всю банду на карьер. Надеюсь, там сегодня никого не будет. Бля, тут пиздец просто. Поехали, заводите свои коряги. Короче, я еду в кроссовках, они уже превратились непонятно что, но я еду. Один, походу. Все остальные решили в объезд. Мимо грязи. Мы решили, что карьер этот говно, потому что он говно. Все сравняли, горки остались, но они какие-то слишком крутые, там, в принципе... По ним толком и не проедешь. Поэтому поедем на эту горку и уже будем, точнее, они будут там дрочить в ней. А я пойду одену боты, потому что уже поплатился за то, что я не одел бот, и мне будет большой синяк. Хорошо, что только отделаюсь синяком. Нормально, пойдет. Yeah.
Достойно сражался. Достойно сражался. Чем тебе сбило ногу? Камнем? Ё-моё, не получается. Сжимается подвеска, получается, и педаль бьет в этот камень. Я думал, что не так будет. Я столько газья взял. А я, кстати, туда и ни разу.